Первое – это охрана и защита лесов. Второе – это обеспечение использования лесов. Третье – это воспроизводство лесов. Четвертое – это обеспечение реализации государственной программы. И пятое – это развитие лесоперерабатывающего комплекса. На реализацию данных мероприятий за счет всех источников финансирования мы планируем направить 1,5 миллиарда рублей. Больше 70% лесного ресурса Хакасии сосредоточено в Таштыбском районе. Именно поэтому он и станет пилотным проектом новой программы. В ходе ее реализации Таштыбский лесхоз будет выведен на рентабельный уровень. Будет закуплена современная лесозаготовительная и перерабатывающая техника, что позволит в разы увеличить объемы заготовки кругляка, его переработку и продажу. А это новые рабочие места, налоги и развитие района. У нас все в руках. Лес есть, власть есть. Чего стесняться-то? А мы боимся стать инвесторами. Но если нужно 100 миллионов инвестиций, давайте их заложим. Мы знаем даже пути, откуда их взять. Не надо их сегодня брать из бюджета. На технику мы возьмем лизинг. Зная, что у нас есть объемы, и понимая, что за этим стоят специалисты, мы видим экономику, мы от объема эту технику